Армия обороны Израиля ответила на атаку против своего патруля ударом по позициям сирийских войск в районе Голанских высот. По данным сирийских источников, один человек погиб и 7 ранены. Власти Сирии обвинили израильтян в координации своих действий с антиправительственными повстанцами. Одновременно с ударом Цахала мятежники напали на тюрьму в сирийской провинции Дера. Израильские власти сообщили, что в качестве цели атак были выбраны армейский штаб, тренировочный лагерь и артиллерийские батареи по ту сторону границы. Израиль считает, что эти структуры сирийской армии оказались содействие в организации теракта против израильтян. Целями наших ударов стали сирийские объекты, которые не только позволили совершить атаку на наши армейские силы, но непосредственно участвовали в ней. Наша политика очень ясна. Мы ударяем по тем, кто ударяет по нам. Мы также препятствуем, насколько это возможно, транспортировке оружия по морю, воздуху и суше. И время от времени вынуждены проводить атакующие операции, чтобы обеспечить стабильность. Во вторник израильский военный патруль, инспектировавший сепарационную линию на Голанских высотах, подорвался на фугасном снаряде. Четверо израильтян были ранены, один находится в тяжелом состоянии. Предположительно, атака была организована группировкой Хизбаллах.